Наша компания называется группа компаний АМС. В нее входит несколько независимых компаний, которые занимаются каждый своим направлением. Каркасно-тентовое направление родилось порядка 10 лет назад. И начиналось с того, что мы получили первый заказ от пивоваренной компании «Балтика» на изготовление летних кафе. Обратились к нам конно-спортивный клуб «Сосновый Бор». Занятия конным спортом требуют постоянное движение для лошадей. И мы встретились с таким вариантом, что осенью грунт разбитый и заниматься тяжело ребятишкам и лошадям. Погодные условия очень плохие, и мы пришли с директором Галиной Борисовной Егоровой к варианту, чтобы построить крытый манеж. И в моменте, в процессе общения мы вместе с ними составили техзадание. То есть они в этом техзадании были перечислены все их пожелания, все их потребности. И мы на основе этих потребностей наши специалисты разработали и, скажем так, изготовили, в том числе и смонтировали данное сооружение. В эксплуатацию он не приносит никаких сложностей. Весь о том, что когда мы его начали запускать, да, были какие-то погрешности, но мы их потихоньку устраняем. И подходим к тому варианту, что действительно крытый манеж, он намного эффективен и лучше, конечно, с ним в наших сибирских условиях. Неоспоримым преимуществом данных конструкций является то, что это конструкции легко монтируемые, сборно-разборные. Они могут перенести достаточно много циклов сборки-разборки. Здесь используются только шарнирные или болтовые соединения. По тентовой ткани, я могу сказать, что тентовая ткань используют производители Южной Кореи, Германии и Бельгии. Температурный режим от плюс 40 до минус 50 градусов. Поэтому она абсолютно спокойно работает в условиях крайнего севера и хорошо себя ведет в условиях жары.